Владивосток, 11 июня 2023 года. Ковальчук 6, адрес здесь такой. Рядом сохранился такой домик.
На этом месте был ресторан Токио, кажется. Светланская, 183. Вот этот кирпичный дом. Управляющая компания здесь. Ленинский район. Небольшая детская площадка здесь. Ой, что-то ветерок подумал. Так. Что здесь? Продажа здесь какая-то, дом продают, здесь дом такой, старые почтовые ящики. Дворик такой здесь. Ну, что-то вроде, там вроде вот старый дом стоит, вот какой-то кирпичный дом стоит. Ну, в общем, живут люди. Там виден пилон моста на Русский остров. А, это называется, это адрес Первая Матросская, да? Матросская. Первая Матросская, 14. Адрес здесь такой. Здесь кирпичный такой дом. Этот дом 15 номер. Там внизу гаражи. Там лестница наверх, куда она, интересно, ведет. Так, поднялся по лестнице, здесь гаражи, такой вот домик. Колонка.
там частный сектор какой-то. Что здесь за адрес? Здесь деревянные дома такие. Вот деревянный, по крайней мере. Там виден мост. Вон он, пилон виден. И колодец еще вот такой вот стоит. Но работает ли он? Ведра не видно. Адрес здесь. Сейчас подойду поближе. Корякинская, 18В. Такой вот здесь дом. Такая улица. Конечно, здесь, наверное, когда дождь идет, здесь вода, наверное, льется вот ручьем. Такая здесь дорога, здесь не проедешь. О, здесь на кирпичной стене изображен моряк. Улица куда-то пошла. Здесь колонка. Здесь уже коттедж вот стоит. Забрался я вот в такое место. Там вон дом весь зеленый, ну, растения на стене. Какой здесь вид? Там вон где-то Золотой мост. Шиповник цветет. А здесь что? Красная табличка. Детский сад. Ух, виды. Ух, виды. А вон там не сопка, бурачка. Вон она. Пилон моста виден. И правее, наверное, сопка, бурачка. Здесь, похоже, детский сад. Здесь гаражи. Что здесь за адрес? Интересно.
Так, вон табличка. Тунгусская, 28. Вот этот дом. Вот тут такие вот на фасаде интересные элементы. Тунгусская, 28А. Ух ты! Вот это вид! Вот это ракурс! Плитка такая вот. Деревянный пол здесь. Это последний этаж, там двери закрыты. Вышел с подъезда. Тунгусская, 26А. Здесь адрес. Так, а там... Сейчас. Там открываются виды. Только к ним подобраться нужно. Как-то к тем видам. Дедушка смотрит.
дорога. Дорога. Даже она ведет. Налево пойдешь, направо пойдешь. Там деревянный дом. Так. Так. Я пошел направо. Здесь вон наверху коттеджи. Собаки лают. Так, там пройти нельзя, кажется. Разные дома тут. Вот деревянный, там коттедж богатый. Тунгусская, 26. Так, что здесь находится-то? Лестница наверх. Что за лестница? Куда она ведет? Лестница продолжается. Хорошо, здесь лавочки есть. Лестница длинная, ну, продолжительная. Ух, какой вид. Там вон видны пилоны моста. Лестница скрипит. Куда же мы выйдем-то? Так, а там Нагорный парк, что ли, получается? Тротуаров здесь нет. Это плохо.
Так. Вот и Нагорный парк. Горный парк такой здесь. Люди на лавочках отдыхают, парочки гуляют, детишки бегают. Там впереди небольшой амфитеатр. Что там? На скрипке играют? Ух ты! О, даже загорают. Ха, вон на травке. Красота.
ветерок. Вот она красотища. Пожалуйста, не бегай. А где-то вон там фуникулер, сопка, орлиное гнездо. Красота. Там столетие, вторая речка. Здесь стройка идет, керлинг-центр здесь будет, кажется. Здесь тропинки скоро зальют бетоном. Классное место.